бесконечная любовь и уважение, бесконечное восхищение стойкостью, героизмом и мужеством перед нашими дорогими ветеранами, которые выдержали страшную войну, отстояли нашу свободу, возродили и восстановили мощь нашей Родины. От имени поколения победителей и дорогих ветеранов предоставляется слово ветерану Великой Отечественной войны Аллилуеву Алексею Евдокимовичу. Дорогие наши ветераны, поисковики и администрации, ветераны наши района благодарят за то, что мы теперь отмечаем официальный праздник, память погибшим неизвестным солдатам. Во время Великой Отечественной войны, во время боев очень много погибало, засыпало наших солдат. До сих пор еще и на нашей земле, Истринской земле, лежат еще неизвестные солдаты. Наша задача в настоящее время, как ветеранов, всесильно нужно помогать поискам отрядам, рассказывать о боях, как было тяжело нашему народу. И поэтому не должно быть забытых людей, которые защищали нашу Родину и так же, как и все солдаты, защищали наше Отечество. Вот пока мы живы, ветераны, мы всегда будем помогать молодому поколению в воспитании и в поисках вот неизвестных солдат, которые погибли во время Отечественной войны. Спасибо за внимание. Спасибо.